это вот говно, просто негативное, ну просто уже невозможно. Но показывать действительно людей. Вот слава богу, показали девушку, которая спасла 12 человек с пожара. Ну вот давайте про нее, давайте ее пригласим в передачу, давайте о ней узнаем, давайте будем вообще как бы больше героев показывать на людей, которых мы равняемся. Вот есть врач такой, который, знаете, в свой отпуск, наоборот, едет в глубинку, бесплатно делает детям операции. О нем никто не знает, какого фамилия, кто он такой. Давайте о них показывать в новостях, давайте о них говорить в передачах. Уже невозможно этот негативный информационный поток, он выливается на тебя, и ты не знаешь, как после этих помоев вообще отмыться. И как вообще с этим жить, вот правда. Поэтому я вообще стараюсь уже больше ничего не смотреть. Рошаль, нет, я сейчас говорю не про Рошаль, а есть еще один врач. Я сейчас забыла его фамилию, вот даже я. Но он есть в ленте у меня в Инстаграме. Есть ли какие-то сериалы, которые вас интересуют сейчас? Так, правильно, давайте прославлять врачей, браво. Да не только врачей, я не знаю, всех. Вот я считаю, что учителей надо прославлять, это вообще для меня. Действительно, людей, героев, а не то, что сейчас происходит. Закройте Дом-2, это позор. Друзья, я не имею возможности закрыть Дом-2. Россия